Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказов Faberlic по первому каталогу плюс VIP-новинки второго каталога. Итак, поехали! Все VIP-новинки, которые доступны на данный момент, были на момент заказа, я все взяла. Кроме тональной сыворотки, по-моему, какой-то новый. Смотрю, потом еще одна позиция появилась, а другие исчезли. Не знаю, раскупили, что ли. Как раз вот с VIP-новинки и начнем. Покажу, на что потратила купон. У меня, в принципе, весь заказ был сделан по купону. У меня их было 27. Все 27 я потратила, потому что за купон был высокий балл, что очень радует для тех, кто ведет бизнес в Faberlic. Это как бы важно. И в отдельном пакетике, я так подозреваю, у меня здесь полотенце. Полотенце – это новинка следующего второго каталога. Давайте открывать. Это безумно красивый розовый цвет. Камера делает вам его гораздо светлее. Давайте вот так, что ли, попробуем. Нет, все равно делает гораздо светлее. Это розовый, более насыщенный, слегка приглушенный, не совсем яркий, но розовый. Камера прямо его делает очень бледным, не знаю почему. Артикул 910-449. Это у нас с вами полотенце банное. Материал 100% хлопок. Размер 70 на 140. Турция. Классно, классно, классно. Слушайте, давайте смотреть. Пакетик такой не шуршащий. Очень хорошо. Вот такой тут рисунок, это сердечки. У нас здесь с вами много будет товаров. Ну, не очень много. Я хотела, чтобы кружка была уже доступна, но закажу ее тогда в следующем каталоге. Со второго каталога сердечко. Полотенце в сердечко. Видите, оно так выбито. Так, и смотрим, что на себя представляет. Сердечки у нас только с одной стороны. Одна сторона у нас просто обычная. Фактуру вам показываю. Оно очень красивого розового цвета. Камера не хочет вам его передавать. Вот здесь у нас с вами Faberlic Home. Здесь у нас какая-то штучка. Стирка. 60 градусов ручная, машинная. Все нормально. Так, ну вот, как бы, все нормально, все отлично. По бокам ничего, как бы, особенного нету. Полотенце большое. Вот с одной стороны у нас с вами получается сердечки как бы выбиты, а с другой стороны просто обычное. По плотности, знаете, такое плотненькое. Мне кажется, даже чуть поплотнее, чем сейчас наше полотенце. Вот чуть поплотнее. Мягенькое, хорошенькое. Чтобы полотенца дольше оставались мягкими, их не нужно сразу пускать в расход, как бы, и вытираться ими. Нужно постирать первую стирку без порошка с кондиционером, и тогда они дольше будут у вас мягкими. И комфортно будет им вытираться. В общем, классная новинка, супер. Так, давайте дальше по порядку. Пошуршу пакетом. В пакетиках у нас, как всегда, еда. Взяла еще одну пачку макарон, потому что кетчуп у нас исчез бесследно. Вдруг макароны исчезнут. Говорят, что это лимитка, а может быть и не лимитка. В общем, посмотрим. Хотя у меня еще есть запас, но взяла. Всем нравится, все кушают их нормально. Их можно действительно переварить. В прошлый раз, когда я вам показывала, мы с вами тестировали, они у меня очень долго стояли, мы про них забыли, они в воде стояли долго, мы ушли гулять и забыли про них. А так, если их варить, не 4 минуты, конечно, нет, а минуточек 6-8, все отлично, все нормально, но и оставлять в воде на несколько минут, то есть недолго, тогда получается у нас с вами все нормально. Так, артикул макарон, сейчас я с вами где-нибудь найду. Куда-то все время прячу, а вот там 157-73. Макароны полезные, из твердых сортов, пшеницы и других злаков. 4 злака, цельное зерно, все отлично. И взяла чай бронхо, иммунити у нас на складе не было. Мы обычно пьем вместе с иммунити. Это не чай, точнее, а сбор. Сбор, травяной сбор. Здесь внутри 20 пакетиков, zip-упаковочка, что очень удобно. Артикул 156-69. Вот сами видите, какие здесь травы. Сбор потрясающий, сбор рабочий. Завариваю вместе с иммунити по пакетику и деткам даю. И все, все замечательно, все отлично. Так, дальше. Что все остальное, девчонки, это VIP-новинки по купону. То есть у меня просто так, по-моему, ничего нет. Я все брала по купонам. Так, новинки. У нас в следующем каталоге с вами выходят парфюмы Best Bro, Gameway и One Way в объеме 35 миллилитров. Даже не 30, а 35. Смотрите, какая красота. Эти парфюмы распечатывать не буду, наверное, оставлю их на подарки, скоро 23 февраля, и они обязательно пригодятся. Оба аромата классные. Мне больше нравится синий вот этот Game Day, он больше подходит молодым мужчинам, мне нравится его слышать на муже, а красненький, вот мне кажется, более для более возрастных мужчин. Но это лично мое мнение. Вот так красиво парфюмы приходят, здесь все, как всегда, у нас с вами запечатано, и есть QR-код. Так, дальше. Повторила покупку. Взяла Валентин Юдашкин Голд себе в объеме 30 мл, артикул 3389. Потому что прошлый у меня забрала свекровь. Ей очень понравился аромат. Она сказала, что он безумно классный, она у меня его отобрала. Поэтому себе заказала еще. Ношу его с удовольствием. Мне он очень понравился. Это вкусная, классная пудра.
В зимнее время раскрывается вообще необыкновенно просто. Просто необыкновенно, когда выходишь на мороз. Мне очень понравился этот парфюм, поэтому это мое, все мое. Мы с вами уже тестировали, я вам его в прошлом заказе описывала, поэтому повторяться не буду. Так, дальше у меня много чего из серии Lancelot, тоже все брала по купонам, это я набрала папе. У него был в январе день рождения, 23 февраля, надеюсь, ему подарки доедут. А здесь у нас парфюм 100 мл. Так, 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 описание. Где у нас по-русски? Туалетная вода для мужчин. Я ни разу не брала своим мужчинам, но мне в целом нравится запах линейки Lancelot, поэтому почему бы и да. Он запечатанный у нас приходит с вами. Давайте распечатаем все-таки папер и посмотрим, что он из себя представляет и что за парфюм. Вдруг мне сейчас тоже очень сильно понравится и придется брать мужу. Слюде с QR-кодом. Красивая такая коробочка. Вообще линейка универсальная. Вот очень универсальная, которая, в принципе, на любой возраст подойдет, мне кажется. Вот такой вот классный флакончик с такой металлической крышечкой. Все симпатично. Так, я вам артикул сказала. 32,40. Так, распылитель. Давайте попробуем, потестируем. Ой, нравится. Слушайте, мне нравится. Придется, наверное, муж такой брать. Мне очень нравится. И это прям вот аромат моего папы. Вот серьезно. Вот я насколько помню, какие ароматы он раньше носил, когда сам себе их выбирал. Да, это оно. Я не могу вам его описать. Даже не могу вам его описать и сказать, что здесь за ноты превалирует. Он просто классный. Он просто классный, и он подойдет действительно на любой возраст. На любой. Вот на любой. Что и ребятам молодым, а что и мужчинам в возрасте. Ой, какой он классный. Он, знаете, мне что напоминает? Лакост мужской. Мне кажется, да, он очень классный. Он очень классный, он шлейфовый. Он прям вот сейчас раскрылся у меня в руках. Понравился безумно, прям безумно. Рекомендую своим мужчинам, прям берите, очень рекомендую. Так, что у меня еще из этой линейки? Из этой же линейки у меня шампунь, артикул 0536. Будет такой наборчик прям. Из этой же линейки у меня антипреспирант Дейзик. Артикул 150 мл 0507. Дополнять аромат. Шикарненько. И из этой же линейки у меня вот такой вот лосьон после бритья. Я думала, кстати, что они в стекле будут. Нет, в пластике. 0545 артикул. Кому интересно информацию почитать. Вот она. Это пластик. Здесь вот такая вот крышечка. Причем никакой защиты от вскрытия при транспортировке здесь не было. Давайте понюхаем ради интереса. Вкусненький, но здесь, мне кажется, каким-то цитрусовыми, что ли, пахнет. Кислинка есть. Вот такой он беленький. И он не пахнет, как парфюм Lancelot. Такой какой-то с цитрусами. Но мне понравился. Вкусно, здорово, отлично. Так, поехали дальше. Что это у нас? Это новинка второго каталога. Это парфюмированный гель для душа Valkyrie. К самому аромату я совершенно равнодушно отношусь. Артикул 88-618. Не знаю, я, наверное, тоже на подарок отправлю. Потому что я к аромату равнодушна, хотя многие очень его любят. Это такая серия, достаточно нашумевшая, Faberlic. И если вы не пробовали и боитесь брать парфюм полноразмерный, то вот парфюмированный гель для душа – это как раз та история, когда можно потестировать аромат и понять, вообще он близок вам или не близок. Я именно так в свое время и делала. Потому что, ну, пробник я не люблю. Если пробник, то с распылителем. Так, дальше. Смотрим, что взяла еще. Все, все по купонам, девчонки. Шампунь детокс давно не брала. Мне очень нравится, безумно нравится этот шампунь детокс. Мои волосы его любят. Мои волосы после него чистые, объемные и не пушатся. И сохраняется объем у корней такими шампунями в артикуле 1884. Надо пользоваться раз в неделю, раз хотя бы в 10 дней, чтобы смывать с волос все силиконы, все средства для укладки и так далее, чтобы волосы выглядели красиво. Потому что когда они накапливаются в волосах, есть и проблемы с выпаданием, во-первых. Во-вторых, прилизные. Ополаскиватель для полости рта, который беру на постоянной основе в последнее время. 16-37 артикул. Очень классный. Он достаточно мятно обжигающий для полости рта, но в то же время на первых порах, при первых проявлениях заболеваний, горлышко, если начинает болеть, им полоскать, очень хорошо помогает и работает. Прям вот шикарное средство. Так, дальше давайте по серии дом пробежимся. Взяла средство для ванны, закончилось. Потрясающее, великолепное. В пустых баночках рассказываю, как им уже рассказала. Или нет, наверное, расскажу. 302-21, в общем, расскажу там подробно, прям как им пользуюсь. С акриловыми ваннами можно не бояться, с чугунными окрашенными. Здесь нужно по инструкции прям все делать аккуратненько. Очень мощно удаляет у меня все загрязнения. Ну, у меня два кондиционера, мои любимчики. Это Органа и Sensitive.
Sensitive у нас с вами 0+, подходит для стирки детской одежды с рождения, а органа самый насыщенный, самый громкий. Sensitive делает очень мягким белье из всех кондиционеров Faberlic, которые есть в наличии, он делает его самым мягким. 30 стирок, 3 в одном, органа 384, Sensitive 386. У органы насыщенный яркий аромат, который остается на белье после высыхания. У Sensitive после высыхания он достаточно деликатный, но тоже есть он, в принципе, деликатный. Здесь такие цветочки, чистота такая. Ну, в общем, классный. Давайте палетку посмотрим. Она у меня уже лежит тут. Палеток тьма, но не могла ни взять, ни протестировать. Опять камера вам бледнит упаковку. Она такая достаточно ярко-розово-коралловая упаковочка. Артикул палетки. Во втором каталоге она появится для всех к заказу. Для VIP-консультантов уже доступна. Но, кстати, я посмотрела, у нас уже ее нет. Что ж ты, камера моя, так трясешься? Это такая весенняя палеточка, очень красивая. И палетка, которая до этого вышла в Faberlic, она очень на нее похожа. Поэтому я не хотела брать, но потом посмотрела на цену и думаю, ну ладно, пусть пригодится. У меня уже дочь старшая подрастает, уже краситься скоро будет, пускай. Так, вот, здесь просто нравятся мне оттенки. Они мне действительно нравятся. Сиреневым я не пользуюсь, но мне безумно импонирует. Сделаем с вами макияж обязательно с помощью этой палетки. И я вам всю ее как следует просвечу. Мне очень нравится вот этот оттенок. Посмотрите, какой он интересный. Он коричневый, но здесь розовый шиммер. Вот в этом сердечке крайнем. Вот этот оттенок тоже с розовым шиммером. Очень очень красивый. А вот этот затемнять, как подложка. 4-5 даже оттенков. Есть абсолютно белый. Вот это классно. В прошлой палетке его не было. Абсолютно белый, блестящий, который можно использовать как хайлайтер. Легко, элементарно. Как хайлайтер вообще просто, смотрите, шикарно, деликатно, супер. Давайте вот эти самые красивые оттеночки сейчас просвочу. Так, вот этот. Вот этот на втором пальчике. И на последнем, вот который, вот этот, вот он. Вот на последнем. Смотрите, фокус, фокусируй. Красота же? Смотрите, этот похож больше на розовое золото. Не просто золото, а розовое золото. А это такой вот, ну, сиреневый. Сиреневый. Как переносится пальчиком? Хорошо очень переносится. Очень хорошо переносится. Смотрите. Прям красиво. Мне нравится. В общем, будем тестировать с вами на глазках, делать макияж. Палетка очень симпатичная, мимимишная. На подарок к 8 марта. Ну, мне кажется, вообще круто. Очень круто. Так, едем дальше. Дальше у меня для девчонок вот такое вот средство для купания. Это пена, меняющая цвет. Они ее очень любят. 28-82 артикул. Она действительно пахнет ананасиком. 3+. Кожу не сушит, крестюшку у меня купается уже с ней, хотя ей нет 3. Классная, суперская, действительно меняет цвет. И пены от нее много. Еще к 23 февраля, смотрите, запасаюсь, взяла вот такой шампунь-гель для душа. Ну, приятно, когда дома что-то есть. Знаете, в гости кто-то приходит, или какой-то праздник, или день рождения вдруг у кого-то забыл, или тебя неожиданно пригласили. Хоп, у тебя есть там минимальный набор, что с собой взять. 27-61 артикул. Мне вообще вот эта серия Пик очень нравится. Вот очень. Я сама мыла волосы мужу, когда брала. Ой, какой аромат классный. Девочки, какой тут аромат классный. Он вроде какой-то и ментоловый, и в то же время сладенький. Вот у этой, у всей линейки безумно крутые ароматы. И мне они практически все, которые я пробовала, подходят для мытья волос. С ними круто выглядят волосы. Вот серьезно. И гелем для душа, и шампунь-гель для душа пробовала. Ну, вообще линейка потрясающая. Вот мне кажется, недооцененная. Про нее редко говорят, редко ее берут, и я в том числе. Но она крутая. Так, дальше достаю бутылочки. Что у нас тут? Для мытья посуды малинку мне захотелось в этот раз повторить. Взяла 0+, густая, моет до скрипа, просто до скрипа. Артикул 365. Они действительно стали гуще. Они реально стали гуще. Здесь действительно запах малинки отмывает все на ура, даже в холодной воде. Средства великолепные, густые, хватает надолго. Хотите, разбавляйте водой, хотите, не разбавляйте, как вашей душе угодно. Дальше первый раз беру вот такое вот средство для маникюра. Это у нас с вами средство для обезжиривания ногтей и снятия липкого слоя. Но липкий слой мне снимать не надо, а обезжиривать перед маникюром хочу. Так покрытие говорят, поговаривают. Держится дольше. Я вот всегда пренебрегала такими средствами, сейчас хочется попробовать. Артикул 77-19. Давайте посмотрим, что это такое. Вообще это вода. Это вода. На ватный диск капаем. Эта вода и пахнет как жидкость для снятия лака. И у меня складывается такое ощущение, что это одно и то же. Но ремувер, не знаю, я попробую обязательно стереть лак. Мне очень интересно. Потому что пахнет вот чисто как жидкость для снятия лака Faberlic. Причем так достаточно термоядерно. Так, по VIP-программе что взяла?
По VIP-программе я, кстати, взяла парфюм Lancelot, да. И по VIP-программе я взяла парфюм для стирки, на этот раз зеленый. Я стираю с ним постельное белье и полотенчики исключительно. Артикул зелененький, у нас с вами 308-46. Он приходит вот так запечатанный, тут его надо вскрывать. Парфюм классный, мне нравится. И действительно, аромат появляется во время движения. То есть спортивную одежду тоже можно элементарно стирать. Я недавно такая в диван залезла, у меня чехол на диване, я чехлы стираю тоже с этим парфюмом. И что-то у меня туда упало вовнутрь, что ли, в чехол, вот куда затыкается он, между подлокотником и сиденьем. И я туда рукой залезла, и аромат как пошел. То есть вот так вот сидишь на диване в комнате, аромата нет. Даже когда носом принюхиваешь, его нет. Но только начинаешь шевелить ткань каким-то образом, аромат начинает раскрываться и становится ярким. Поэтому фишка крутая. Так, дальше, что у нас тут с вами? Средства для интимной гигиены. Артикул 1640, очень его люблю, потрясающе, великолепное, деликатное, не имеет практически никакой одушки, комфортное, все супер, не сушит ничего. Сухой шампунь в этот раз взяла для темных волос, артикул 2870, классный, ну не классный, средний, средний, нормально, имеет место быть сухой шампунь. Дальше. Решила попробовать из линейки Реноваж. Мне так зашла сыворотка последний раз, которую брала в последнем заказе. Вот так зашла. Мне так классно с ней массаж делать. Мне захотелось взять тоник для лица. Я его, конечно, перелью, потому что я ватными дисками лицо не протираю. Перелью, чтобы он был бы в формате спрея в какую-нибудь бутылочку из-под другого тоника. Кто пробовал, обязательно пишите вам, потому что именно по вашим советам взяла сыворотку и осталась очень довольна. Артикул 0779. На момент одушки потестируем. Ой, практически никакой, еле уловимая, очень такая, знаете, комфортная. Для тех, кто не любит яркие одушки, прям вот специально. Так, дальше, что у меня здесь еще интересненького? Шарик взяла, мне почему-то был доступен только один. Их вообще на нашем складе не было, а сейчас мне к покупке только один дали взять. Я прям даже расстроилась, ну ладно, крестюшки пойдет. Артикул 2974 приходит рандомно, рандомно цвета и, естественно, рандомная игрушка, неизвестно, какая она там внутри. И аромат, соответственно, тоже. Поэтому вот так. Так, поехали дальше. Вот такую масочку взяла мисс Скини. Я их люблю. Все по купонам тоже, девчонки. Артикул 0643. Люблю. Это маска двухфазная такая. Она здесь их две. Одна прозрачная, другая такая цвета латте. Мы с вами вот здесь отрываем, вскрываем. И можно в руке смешивать, но я люблю больше брать крышечки от пены для лица какие-нибудь. Знаете, беру крышечку, смешиваю. Мне вот такой вот сашетки хватает на два раза. То есть я сначала половинку, потом половинку. Беру еще и косметическую кисть, именно косметическую, с ворсом натуральным. И ей взбиваю в пену эту маску в крышечке. Она должна быть пеной. Она не пенится на лице, она не пузырьковая, но она должна быть пеной. Так, артикул я вам сказала, 0643. Вот, взбиваю косметической кистью и потом наношу на лицо. Очень классный эффект от этой маски. И цвет как-то выравнивается, и тон, и увлажнение. Вот, мне нравится, безумно. Давно не брала, но сейчас волосы отросли и очень хочу, потому что раньше так делала, гель для структурирования завитка, для усиления завитка. У меня волосы совершенно не вьющиеся, запечатанные, кстати, приходят, но если их пожамкать мокрыми после мытья головы с вот этим гелем, то получается очень интересная укладка. 0998 взяла, аж две штуки, мне нравится. Вот интересная получается укладка, красивая, поэтому да. Дальше два средства из линейки «Эксперт», заказ, как всегда, на 100 баллов. Размягчающий крем-компресс и бальзам гладкие пяточки. Это две палочки-выручалочки. Я про них рассказала свекрови. Она сказала, мне такой немедленно надо просто, поэтому это заказ именно для нее у меня еще есть. А размягчающий крем-компресс содержит 30% мочевины. 1696 артикул. Мы наносим его с вами на ножки. Можем надеть потом бахилы, можем носочки, можем надеть пакетики сверху носочки, а можем просто нанести на ножки на ночь. Я иногда и так делаю. И у нас все становится абсолютно мягким. Вот все становится абсолютно мягким. Если одеваете бахилы или пакетики, то через полчаса идете с пемзой, все снимаете, весь сухостой слезает на ура. И потом 1661 артикул, после того, как мы все счистили, мы наносим бальзам для стоп гладкие пяточки и радуемся внешнему виду своих ступней. Радуемся, ну, дней 5 точно. Ну, какие 5? Неделю радуемся. В общем, все отлично, все супер. Ну, после душа, естественно, повторяем. Бальзам для стоп гладкие пяточки где-то раз в 10 дней, даже раз в 15 дней я делаю крем-компресс и потом все счищаю. И, ну, шикарно, шикарно.
Так, дальше паста детская. Крестюшки 3 плюс, любимая ее с бананом. Артикул 28-86. Паста подходит для тех деток, кто не любит мяту в пасте. Здесь ее абсолютно нет. Поэтому мой ребенок с удовольствием ее чистит. И очень рада, что мы нашли подходящую пасту. Еще заказала вот такой гель для удаления кутикулы. Тоже попросила свекровь. Я о нем рассказала. Она сказала, мне очень тоже надо. Так, артикул 148-99. Я наношу его, тут удобный носик, вот так на кутикулу по кругу. Да, жду несколько минуток. Потом беру пушер. И все это дело счищаю. Если не запускать, этого достаточно. Если немножко запущенный вариант, то можно потом подрезать. Все с легкостью отходит, кутикулу ножничками или кусачками. Средство классное, действительно супер размягчает. Нареканий никаких нет, поэтому да. И взяла лак. Девчонки, я первый раз такой беру. Он, кстати, очень интересный. Смотрите, какой. Он переливается, как хамелеончик. Это у нас с вами линейка... Color and Key, я тоже по купону, по-моему, брала. Артикул 77-84. Забыла, как называется цвет. В перерывах между гель-лаками крашу лаками Фаберлик. Они самые стойкие, на мой взгляд, все равно. Не передает вам камера этого блеска, да? Вот в бутылочке более-менее еще видно, что там есть шиммер. Я сейчас попробую так тихонечко на ноготочек нанести. Ой, какой насыщенный. У меня, правда, тут блески, но тем не менее, чтобы вам хоть было понятно, что за цвет. Блестит. Здесь шиммер, однородный шиммер. Вот он прям однородный. То есть лак будет переливаться. Оттенок очень красивый. Знаете, такой кофе. Не кофе вроде. Сейчас заляпала тут все. Заляпала тут все. Мама, не горюй. Но так более-менее все равно хоть видно. Не, не видно, не передает камера. Ориентируйтесь на флакончик. Флакончик камера передает вот прям как есть. Видите, он блестит. Он блестит, он такой красивый, симпатичный. Все отлично. Я его даже быстро сотру сейчас, пока не впитался. Так, едем дальше. Из линейки Aromia я взяла спрей баланс. Использую их вместо не только баланса. Я взяла еще позитив. Использую их вместо освежителя воздуха. Распыляю. Можно на белье распылять, можно на шторы. Это достаточно насыщенные, очень, я бы сказала, насыщенные ароматы. Баночки приходят запечатанные. Вот так заклеенные, видите. Очень насыщенные ароматы. Очень яркие, очень вкусные. Вот как парфюм можно даже пользоваться, ей-богу. Так, первый у нас с вами позитив. Флакончик лаконичный, симпатичный. Артикул 1067. А, вот он. Я уже забыла, я давно не брала. Давайте понюхаем. Я вот не могу тоже описывать спрей Aromia. Вот не могу. Потому что они очень многогранные. Здесь очень такой шикарный букет. Нельзя двумя-тремя словами их описать. Это аромат чистоты, свежести, легкости. Он легкий. Он легкий, но насыщенный. Они все очень насыщенные, легкие. Очень вкусный, очень вкусный. Прям вот. Они все вкусные, которые я брала, они все очень вкусные, все потрясающие. Так, следующий у нас с вами баланс. У него артикул 1060, ой, 166, а там был 167. Так, баланс. Ну, он тоже классный, он тоже вкусный, но немножко... немножко поагрессивнее, что ли. Он еще более насыщенный, он вот... Тоже вроде и запах есть чистоты, и вроде какие-то там есть фруктики, и какой-то вот дорогой такой аромат. И есть какая-то нотка от любимого моего кондиционера, господи, органа. Он более насыщенный. Вот позитив, он какой-то такой прям легкий, игристый, а этот такой посильнее, посильнее. Так, это еще не все. У нас с вами так много всего по купонам набрала. Это просто жуть. Так, из вот этой линеечки, весенней лимитки, Store d'Amore был доступен только гель для душа. Взяла его. Во втором каталоге будет 33-73. Вообще очень красиво. Это всегда безумно красиво. Ух, Фаберлик, мне нравится. Давайте потестируем. Аметист называется вообще. Это камень, дарующий притягательность и гармонию. А что же у нас там за аромат? Фруктики. Фруктики, цветочки. Знаете, похож на что? На вот такой вот парфюм ягодный по аромату. Есть легкая кислинка. Очень похож на парфюм для стирки ягодный. Есть легкая кислинка и ягодки. Вроде как такой вот, знаете, ягодный микс с легкой кислинкой. Но вкусно. Вкусно. Я думала, будет что-то такое более цветочное. Ирис. Не знаю. Я не знаю, как пахнет ирис. Нет, это больше фрукты, на мой взгляд. Это фрукты с кислинкой. Это фрукты с кислинкой. Я думала, будут цветочки. Аромат очень приятный, но я ожидала весной,
что нам сделать что-то с вами цветочное. Так, повторила коллагеновую маску еще, ой, гидрогелевую маску еще одну, очень понравилось, безумно. 13,84 по купонам. Все, салонки я шапочку еще одну взяла, потому что тоже эффект потрясающий, мне очень понравился. 72,07, действительно реконструкция волос, подробный ролик по этой шапке, что, как, зачем и почему есть в Дзене. Так, дальше новинка второго каталога. Красный перец, разогревающая маска из вот этой у нас с вами линейки, где 96% натурального происхождения компонентов. Я вам покажу сейчас так способ применения. Все в следующем ролике мы с вами обязательно протестируем. На влажную кожу головы и волосы по всей длине, мягко массируя. И ждем 5-15 минут для усиления разогревающего эффекта. Можете надеть шапочку и дополнительно обернуть полотенцем. Вот нам, как советую, тщательно смойте водой. Частота применения 2-3 раза в неделю. То есть сколько кожи только и делать. Так, состав показываю вам, кому интересно. Фруктовый экстракт здесь вижу, прям так это интересненько. Артикул 3380. На паузу можете нажать и почитать. Давайте посмотрим. В следующем ролике будем делать с вами обязательно. Вот так зафольгировано приходит. Так, сейчас откроем. И вот такая вот она кремового цвета. Чуть понасыщеннее, чем камера делает его. Пахнет по типу перцового пластыря, только с какой-то парфюмерной одушкой и не бьет в нос. То есть вроде чувствуется, что там перец как-то, знаете, пахнет натуральным зелененьким перцем. Перцем чили пахнет, вот пахнет, но натуральным. То есть вот натуральным перцем чили, когда его режешь. Нет там какой-то одушки ворови глаз, ее совершенно нет. Когда вот перец режешь, чили или такой, знаете, зеленый сорт есть, прям такой, вот очень похож аромат. Такая натуральная одушечка, не... Неплохая. Так, взяла патчи Океанум, девчонки. Я не знаю, может, задарю кому-нибудь. Посмотрю, а может, себе. Артикул 0946, 60 штук. Мне больше всего по эффекту нравится One Week Miracle, но они маленькие. У Океанум патчи большие. И я решила обновить впечатление. Не знаю, дойдет до них дело или нет, потому что их очень давно брала, когда они только появились, и решила для себя, что есть лучше. По купону как-то вышло дешево, вот реально как-то дешево вышло, поэтому взяла. Может, и на подарок тоже пойдут. Так, что у нас еще тут с вами? Все, вот он, второй каталог. Как раз вот это будет Стора Дамора, у нас с вами коллекция тут в начале. А второй каталог у нас с вами нормальный, по-моему, да? Да, нормальный, трехнедельный. Вот она, эта линейка. Я очень хочу отсюда кружечки взять. Вот прям обязательно. Ну, соль для ванны, конечно, мочалка. Вот этого всего вот не было, к сожалению, не было. Вот кружки хочу вот эти взять. Очень красиво так. Смотрите, как мило. Супер. И объем нормальный, 400 мл. Прям вообще, как я люблю, кофейком запиться. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Ссылка для регистрации, как всегда, под видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Обязательно пишите комментарии. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.